Всем привет! И вы снова на моем канале. Сегодня поздравляем всех с праздником Покрова. 14 октября. А в Украине также отмечают День защитника Отечества. Двойной праздник сегодня. Выходной день. Вышли с Димой на прогулку. Идем в Киевскую фортецию. Национальный историко-архитектурный музей. Ну, надеемся, что он будет открыт, правильно? Ну, посмотрели. По интернету посмотрели, что открыто до 16.00. Ой, до 18, да? Ну да. Ворота открыты. Сейчас подойдем, расспросим, можно ли посетить. Ну, люди выходят. Вид на территорию музея 1 гривня. А где здесь 1 гривня куда? Есть касса. С дронами не летать. Спрашивай. А он сегодня работает, да? Да. Или погулять по телефону. Ну что, пойдем в косой капонир. А карточкой же можно расплатить? Нет, только наличными. По 30 есть у тебя в косой капонир? А что это такое за музей? Ну, не знаю, какой это косой капонир. Сейчас он будет. По 30 это значит 60 гривен. И там же можно по территории погулять, да? С этими же билетами. Вот тут. Два. Куда идем мы? В какой-то косой капонир. Мы здесь первый раз, пойдем посмотрим. Схема прохода до музеев. Киевская фортеция. Ну, погода позволяет. Погуляем. Сейчас купим билеты и пойдем. Значок можно купить, маршрутный лист. Украинская, а повстанская. Стена кончается, сразу налево деревянный чистокол. Земелье заходит и идет. Добрый, дякую. Да. Ну, пошли. Так, вот, косый. Косый капонир налево. Капонир. Под землей что-то. Вот схема киевской фортификации. Ну, тоже желающие есть, наверное, или прогуляться. Что они билеты не покупали, да, только по гривне сдали, да? А, вон даже гляньте, наверху стоят пушки. Так, может туда подняться, только она сказала, сначала сходить в музей, а потом по темноте мы пушки не увидим. Темнота начинается. Вот какая-то стена с гаубичными окнами. А для чего эти пушки? Для оружия. Для чего? Для оружия. Оружейные. А, оружейные окошки. Интересно. И вот стрелки стоят с оружием. Нам сказали налево. Где у нас налево? А, прямо, а потом налево.
Какой-то мост вверху. Вход или выход куда-то. Деревянные опоры. Нам прямо, потом налево. Там, наверное, будет указатель. Да? Вот музей нам туда. Это вроде все музей, или нет? Это уже тут. Ну, по территории прогуляться 1 гривна. А посещение музеев 30 гривен за одного. Здесь, если подняться на этот холмик, увидим Олимпийский. Ну, поднимемся. Сейчас посетим. Опять забыла, как называется? Косой Капонир. Косой Капонир. Откопали косо и назвали Косой Капонир. Вон указатель налево. А здесь деревянный забор, ограждение. Косому Капоніру були ув'язнені учасники польського повстання 1863 року. Это обязательно? На один музей? Да, музей. Ну пойдемте, а вас предупредили, что у нас сегодня короткий день? Ну да. Ну мы быстренько. Идем. Да. Не сказали нам. Вот такой вход здесь. Сейчас пойдем посмотрим. Получается, город под землей. Фильм «Без маски» сурово заберем. Ага. Что-то 15. Это же вообще очень мало. Ну, давай рассказывай. Ну, такие раньше были диваны. Только темно, ничего не видно, какие. И ружья. Трехлинейки. Да? Трехлинейки. Трон целый, а не стол. Это не трон, это обычное кресло. Я говорю, похоже на трон. Так, мне передали бразды правления. Вот здесь что-то все по-польски, да? Польское восстание. 1863-64. Так, а ну зайдем. О, так это госпиталь обычный. Видишь, как спали раньше? А ты сейчас на нашем диване не хочешь спать. Смотри, какие, блин, условия жизни. И причем все на одной полке, да? Да, кошки, конечно, здесь. Ну, это же как территория. Госпиталь. Сейчас в какой области? Там... Территория бывшей Польши была 300 лет тому назад. Диваны очень красивые. Ящики стоят с боеприпасами под диваном. Смотри, какие своды потолочные. Какой-то крюк стоит.
У меня какой-то крюк. Это в окно, чтобы пушку подвешивать. Видишь, крючара какой здоровый. Вот это туалет обычный. Да? Таня. Ты решила за 15 минут здесь отдохнуть? Так, а это пустая комната, кабинет какой-то приемный. Сабли. Да, такой и еще. Вояки. Такой надо еще помахать. Ну, все их увидите в руках. Может, дорожи больше. Да. Пан. Точно? Да. А красиво. А, это тюрьма? Ну да, наверное, тюряшка. Везде есть около окон такие крючки. Что интересно, же что-то подвешивать или убирать, да? Офицерский коридор и тюрьма. Да, здесь тоже хорошая дверь. Смотри, осторожно, порог. Так, вот какая-то здесь отопительная системка. Ну, наверное, надо прийти здесь с большой экскурсией какой-то, да? Что? Ну, взять, прийти сюда и нанять экскурсию, чтобы с экскурсией походить. Да, ничего не понятно. Ничего не понятно. Ну, какие-то боеприпасики какие-то лежат. Крюки около каждого окна, что интересно, да? Вот они, да? Ого! Пулемет Максим. Это здесь просто описание форта. Ух ты, видишь, какие эти. Пулеметы какие. Ничего себе. Ну, это тоже Максим, какая-то модификация. Но Максим это тоже... Максим тоже немецкая. Такой для всех пулеметы разные. А, вот написано. Немецкий, видишь. Шварцлосс. Кольт. Понимаю. Да, модификаций очень много. Тоже Вторая мировая пошла. Викерс. 1909. Максим. На самом кусок валялся с открытым ногом. А, был то есть такой закрытый, а этот открытый. Тоже Максим с разок. Здесь маленький, видишь? Маленький. Ты его не поднимешь вдвоем даже. Уже 41-го года. Начало войны. Вот это что? Ну это противо... Самолетный, короче. О, что-то современное. Ты что делаешь?
Узнаешь? Эти штуки на Тачмаше делали. Как-то там подствольный калибр какой-то. Летит такой вольфрамовый, короче, красненький. Так мы уже пришли. Да. Быстро вот это. Вот это же двигательная установка от этого. Ноябрь 14 года. Это ж как его. Смерч. Смерч, да? Смерч, точно вот смерч. Так, станция Чермалык. Мариуполь, например. Да. Нерванул. Так, ДНР, фонд помощи. Да не трогай, это шити какого. Это ДНРовская. Это а чего они тут стоят? Ну, как бы трофеи. А, взяли в плен и раздели? Раздели, разули. Ну да, в таких там ходят плен. Ну что-то видишь, этот только бронежилет только с этой с формы. Это все, блин, лобода. Ладно. Форма сепаратиста. Да. Гранатометчики разные. Вот капот, наверное, да? Ну, это что такое? Аккумуляторы какие-то. Ну, да. Ух ты, какие здесь. Немецкие каски, подковы. Сто двадцати миллиметровые, наверное, да? Интересно. Везде ходит такой. Итак, мы вышли из косого капонира. Да, интересный такой. Сейчас пойдем наверх посмотрим. Разные экспозиции. Половина по польскому восстанию. Половина. Ну, про все, про Первую войну, потом Вторую войну, потом Третью мировую войну. И Донецкую. И Донецкую мировую войну. Да. Сейчас погуляем по территории. Здесь же должен быть ресторан. Написано, что ресторан есть. Наверх пойдем? Да. А действительно, где здесь? Сейчас поднимемся наверх, откуда открывается красивый вид. Ну что, на Олимпийский? Да, на город Киев. В том числе и на Олимпийский.
не только будут погуляться. Нам девочкам фотосессию устроили на фоне колышка. Это получается все это прорыто вот здесь вот внутри. А может быть это все не рыли, а сначала строили, потом засыпали. Смотрите, какой вид открывается. Ух. Да, ветерок дует, надо одевать капюшон. Получается, так вот же этот вход через этот вал, а сам капонир-то, вот оно. Понял? Угу. Как нам туда пройти? Что, пушки? Сейчас найдем. По вот этому, наверное, походить по... А вот тут нет? Или вот туда прохода, да. Ладно, идем дальше смотреть. Прогуливаемся дальше. Не знаем, сейчас спустимся здесь или нет. Какой-то вход. Ну, там вряд ли, наверное, наверх можно забраться. На ту горку. Посмотрим. Пушки. Получилась у нас какая-то прогулка экспромт, да? Быстренько. Не ходить по парку. Ну видишь, там есть тоже проходы, все нормально. Все нормально? Угу. А здесь есть спуск. Траву косили, убирали, чистили листву, наверное. А здесь вот спуск. Какая-то деревянная такая импровизация здесь с костром. Наверное, по кругу можно пройтись. Наверное, сейчас посмотрим. Здесь опять какие-то кабанерчики. Ну, туда можно сходить. Ну, пойдем туда, в саму крепость. Наверх куда-то зайти, постоять, спуститься? Ну, не знаю, куда-нибудь. Проходим какой-то мост. Переходы, да, больницы. Там девушка фотографируется. Не знаю, кто ее фотографирует. Да, хорошо, сейчас посмотрим. Аварийная зона якась. Лазь, видишь, там так видно. Даже колючий провод. С другой стороны стена. Такие маленькие проемчики для ружей. Какой-то проходик маленький.
как же добраться до пушек? И все, и там тупик, да? Не, может тоже проходик маленький. Пойдем посмотрим. Крапива растет. Так, и так ходим вокруг какого-то этого холма, никак не можем найти выход. Здесь можно заблудиться. А смотри, какая новая кладка, да? Это ж новое все. Ну да, они как-то застраивали и переделывали. Не знаю, сейчас посмотрим. Тупик. Сейчас пойдем назад. А сколько время там? Мы еще успеваем до 6? До 6, так уже 5 нет. А, еще 5 нет. Пушки. Мы идем. Да. Только здесь нету прохода, наверное. Вот и он выбирался. Тут собираться. Тупик. Зато мы сейчас заглянем вовнутрь. Здесь стоит бутылка вина. Это просто проходик такой. Ну что? Да там просто закрытый проходик. Не-а. Сейчас. Такая площадь, здание двухэтажное, округлой формы. Возле каждого входа стоят пушки. А мы сейчас пойдем на вот этот мост. Указатели. В ту сторону госпиталь, поликлиника, администрация, музея. Я не администрация. Смотри, здесь есть такой вот бугорок, чтобы ты не спал. Наверху пушки. Но мы не знаем, как к ним подняться. Ну как, ты со стороны госпиталя вот. Ты видишь госпиталь, там скорая стоит. А что вообще было первоначально это? Просто проход. Ну, Киевская фортеца, Киевская крепость. Военная. Киевская военная крепость при царе. Такие пограничные будочки. При царя, наверное. Вот здесь, наверное, был вход. Вон еще одна пушка стоит, видишь? Да, вон в окне. Пушка. Ну, такие ворота. Локдаун, фит, госпиталь через какой-то.
Жаль, я так без питания. Да, получается, в этих холмах, видишь, вот эти налево и направо посередине идут ходы. Угу. Не идут холма. Он открыт? Замок. Ну, замок. Увы. Что, идем назад. Вот такая у нас прогулочка сегодня получилась. Территория Киевской фортеции. Посетили косой капонир очень быстро, так как праздничный день, короткий. А сегодня не прогулка, а пробежка. Пробежка у нас сегодня получилась. Вот так заканчиваем. Смотрите, гуляйте вместе с нами. Вот и вы сами прогулялись по Киевской фортеции. Заканчиваем. Ждите выхода следующего видео. Всем пока. Пока.